Всем привет, друзья, с вами Ченджер, и мы продолжаем проходить The Division. Собственно, нажимаю продолжить. В прошлой серии мы, к огромному сожалению, зашли в темную зону, где нам просто разорвали жопу, блять, за два захода. Второй раз я даже зайти не успел, меня убили просто. Больше пока я туда не ногой. И я так вчера почитал, потом, ну вообще, не то что отзывы, так обзоры, блядь, темная зона это для по одному туда ходить это для хардкорщиков, но так я не собираюсь играть в кооператив, то, наверное, мы попробуем зайти туда как-нибудь. Так, пока я предлагаю дальше выполнять... Полистирол. Тебе он сейчас нужен? Тихо, полистирол, пока мне не надо ничего от тебя. Как сюда попасть? Здесь, блядь, опорные пункты далеко очень. Сюда можно переместиться? Можно. Да, я предлагаю дальше выполнять побочные задания, пока не гнать по сюжету. Сюда можно? Нет, сюда нельзя. Блять, это далеко все. А давайте тогда сюда переместимся. Так. Да. Здесь выполним вот эти все задания и забежим сюда. Либо давайте сразу вот отсюда пойдем в эту сторону и здесь захватим все. Да, я думаю так. Потом быстрым перемещением какой-нибудь еще метнемся. Дайте на всякий случай мне проверить. Вы вошли в безопасную зону. Пополнить боезапас. 3 патрона для штурмовой винтовки нас, надеюсь, спасут. Так, где выход-то? Да, вот все. Ну что ж, двинем. Проложим себе маршрут. Агент, вот так. Необходимо отыскать в парке Хайлайн камеры наблюдения и починить их. Они мне нужны для подготовки к новым пробам. Нет, ну понятно, что сейчас у нас есть забота и поважнее, но просто лично для меня. Плюс общественная польза и все такое. Конец связи. Какое, ну вообще без палева, ну чисто для меня. Внимание, ладно. Внимание, вы покидаете безопасную зону. Очнись, я уже давно ее покинул, я в Нью-Йорке. Где? На 10-й авеню, кстати, вот, пожалуйста. Так, продолжаем играть. По сюжету пройдено 25%, и пока не хочется бежать дальше туда. В принципе, он не очень длинный. Игра вообще заточена на кооператив, и, в принципе, открытый мир мне интересно исследовать, поэтому я не собираюсь гнать по сюжету. А там будет так, нам сюда, короче, надо залезть, погнали. Давай, цепляйся. Как ты быстро забираешься? Почините камеры, не вопрос. Где следующая? Не близко, ладно. И, кстати, нет никого, никто нас не атакует, вон там был красный. Ну ладно. У нас есть теперь СВД опять, которая, в принципе, хорошо шмаляет. Но это явно гопота. Ну, блядь, и чё вы хотите сказать, я в него не попадаю? Да я, блядь, я никогда не поверю, что я вот в него вот так вот не попадаю. Ой, ну ладно. Подождем, пока они поближе подойдут. Слышь, мудак. Ну вот и все. Твоего друга там убили, пока ты вниз пошел поссать или что-то там. Тихо. Возьмем автомат на всякий случай, штурмовую винтовку. Слышь, мужик, ты где? Бля. Я тебе сейчас покажу, будешь ругаться у меня. Рот с мылом тебе помою, блядь. Чуваки, там, блядь, мужики ходят с автоматами, а вы ее идете, блять, вам насрать. Я просто убираю мусор. А, вот ты где. А давай ему так, сюрприз такой. Его заденет? Нет, не заденет, блять. Вот гандон, ну ладно. Тихо, хорош. Ладно, пойдем туда по заданию, где? Где следующая камера? Далеко? Ничего себе.
Да, у нас пока 10 уровень, нам надо достичь 30-го, и тогда мы будем ходить в темную зону, где будем отхватывать еще от более толстых врагов, чем сейчас. Сейчас они просто толсты, так что пиздец. А на 30-м уровне, мне кажется, это, блядь, проще самому себя застрелить. Сегодня-то я стреляю получше чуть, как мне кажется. Видимо. Так, что? Блять, ладно, что-то полезное, короче, потом посмотрим. Ну хорош, ну что ты не запрыгнешь? Ну перепрыгни, ты же спецагент. Ну, блять. Ну куча мусора, давай он туда. Вот. Ну хорош, блять, ну ты. Не хочет он пачкаться, не хочет прям прыгать на кучу мягкого, свежего мусора. Ой, а еще спецагент. Давай. Следующее. Так. Не говорит мне, что надо было обратно. Мне придется обратно залезать. Потому что здесь нет выхода. Блять, да. А здесь нет выхода. Ладно, короче, понятно. А. Ну, пойдем. Блять, а вот... Ладно, тут это странное место, честно сказать. Но оставим это на совести разработчиков и дизайнеров уровней. Это бомжара какой-то, где нет никого, ладно. Ладно, ладно. Херово, что тут нельзя прыгать, и херово, что у нас... Наше задание обновлено. Активируем реле. Ладно. Я думал, надо еще нажать на кнопку. Давайте активируем. Местная электросеть подключена. А, все понятно. Кнопка не работала, но это важно. Тут не докопаешься, это, блядь, это важно. Погнали. Я не знаю, куда, где закончится эта миссия, в том плане географически, куда нам потом бежать. Блять, я рано сказал, что я стал лучше сегодня стрелять. Брось, блять, себе ее под ноги, мудак. Я думал, ты нормальную гранату бросаешь, а ты, блять, газовую, это нечестно. Я-то думал, мне не придется тебя добивать. Хорош. Кто там из батальона? Дерзкий обижает женщин и детей, небось. Так, чуваки. 5-й уровень, вы что, шутите? Это, блядь, детский лепет. Я даже СВД не буду тратить на них. Это не для таких крутых чуваков, как мы уже. Нам вот в темной зоне 1-го уровня. Данные задания обновлены. А, блядь. Активирую дополнительное реле. Вы шутите, да? Нет, они не шутят. Блять, ну конечно, мне надо с той крыши забраться. Как иначе? Тут, собственно, чему я удивляюсь. То есть, спускаемся, поднимаемся. Где? А вот здесь. Хорошо. Вон бомжар идет, но он добрый. Так, дали бы хотя бы разведданные какие-нибудь нам по ходу этого задания. А то мы тут паркурим по крышам.
Да хорош, а вон там все понятно. Я посмотрел просто на карте, где-то отмечен чемоданчик, и он там прям рядом с тем местом, куда нам и надо. И обратно, блять, обратно мне тем же самым путем, да? Совсем не круто. Местная электросеть подключена. А нет, все. Подожди, подожди. Что тут? Классический РПК. В отличном состоянии. Его мы разберем на отличные детали и смастерим из него то, что нам нужно. У нас, кстати, есть уже охерительная снайперка, которая будет нам доступна с 12 уровня, но мы ее скрафтили. И она должна просто разрывать жопы всем. Отличная работа. Мы тебе признательны. Кстати, наши костюмеры собаку съели на том, как лучше одеваться спецагенту. Так что, если тебе понадобятся советы по стилю, обращайся. Давайте посмотрим, что это нам дает. А, ну, силу навыка увеличивает. Ну, конечно, возьмем тогда его. И чем там еще подобрали? Перчатки, нет? Ну, живучесть также оденем, само собой. Еще что-нибудь есть? Так, подожди. Здесь увеличивается живучесть и сила навыка. Бля, сила навыка намного увеличивается, надо сказать. Зато оружие уменьшается тоже намного. Не, пока, наверное, оставлю так. Не хочу проебывать оружие. Давайте глянем, где мы. О, а кстати-то не так плохо и вышло. То есть мы практически-то там, где нам и надо. Тихо-тихо, я случайно, блядь, да не ту кнопку. Две угрозы, где? Кто? Ах вы, блядь, бомжи, притаились. Даже вас не видно, так нечестно ни хера. В эту сторону, да. Оставайтесь там. Я приду за вами в другой раз. Перезаряди, пока есть время. Кажется, я тут весь день торчу. Тихо-тихо, чувак. Давай, черт возьми! Где этот, блядь, бейсболист? Все? Надеюсь, мне не биту предлагаешь, блядь, дробыш. Ладно, разберем. Разберем его, чувак. Похвали нас. Вот это, блядь, вообще борзый. Мы его спасли, а он даже нам ни херашечки не сказал. Спасибо. Без тебя бы меня убили, вот надо этой женщине помочь, а того, наверное, нет, эти тоже нормальные. На, аптечку, аптечку от сердца открываю. Противогаз, РПХ, но он подержанный, да? Чё там? Подержанный, не, подержанный нам не нужен. Такое дерьмо сама носимать. Это все равно, что стрелять по рыбешке в реке. Иногда удачно, иногда нет, но пока... Какое мудрое замечание. Стрелять по рыбешке в реке. Когда удачно, когда нет. Это, блядь, мне кажется, такой принцип можно ко всему одни. Просто все, что, насчет чего угодно сказать. Когда удачно, когда нет. В принципе. А я знаю, тут что-то есть. Да, тут сейчас будут ваши трупы. Следующие. Там уже замес. Штурмуйте вражеское укрепление. Ладно, не вопрос. Сейчас штурманем. Внимание, обнаружен отмеченный штаб противника. Сейчас сделаем несы. Давайте даже возьмем наши СВД и прям вот их. Один хедшот. Второй хедшот. Следующий. Все, нет. Ликвидируйте лидера, да он, блядь, ни о чем. Ладно, с СВД нашей он сейчас разберется на ура. Ты не лидер? Подайте его сюда, мы его как лоха просто размочим. Блять, ну... Иногда вот залипание это тоже подбешивает. Чё нам? Ой, запас для снайперки, это полезно. Чувак, ты лидер? Ты бывший лидер, ты в курсе? Штаб противника ликвидирован. Уведомляю ОТГ. Вот так легко и просто. 60 силовых кредитов.
и это не может не радовать. Но правда, мы пришли сюда довольно поздно, здесь уровень-то низкий, поэтому неудивительно. Так, ну давайте пройдем в эту, да, в эту часть. А в этой части здесь уже все, конец. Ладно, то есть отлично, прям выполняем вот эту побочную. Данные просканированы. Загрузка. У меня немного странная просьба, агент. Я бы не хотела отвлекать людей на посторонние задачи, но... Если встретишь музыканта по имени Хезер Лау, пожалуйста, отведи ее на базу. Или, если до этого дойдет, скажи мне, где она. Ладно. А, моя сестра, и она куда-то пропала. Последний раз ее видели в лагере. Я только что обратил внимание, это точно-точно. В том, которого больше не существует. Да не боись, она жива, они музыканты всем нужны, даже гопникам, они там, они будут свои там гопнические дела делать под музыку. Это нормальный туман. Туман начинает, нихера становится не видно, но не противникам. Противники-то стреляют всегда в голову при любой видимости. Даже если у меня, блядь, видно только... Даже мне, если у меня видно локоть, мне прилетает прямо в голову. А вот, собственно, это пропускной пункт. Ну, погнали. Но здесь-то всяко должны быть оперативные данные. Подожди, а мы... Тут ведь было все в порядке... А, или не тут был? Не знаю, мне казалось, тут все в порядке было, мы здесь просто, блядь. Ну хорошо, просканируем, может, что полезное. Угроз не обнаружено, ладно. Поблизости обнаружена эхозапись. Отлично. То есть нам опять сейчас покажут, что стало с агентом. Давай. Показывай. Так, ну, я смотрю эхозапись, давайте. Где музыкант играть на трубе? Давай отдадим рыбные палочки. А-а-а. Ну пойми, пожалуйста. Вот она. Они нам самим нужны. Черт, Фэй дала мне рацию, а я ее дома забыла. Но я все равно не люблю рыбные палочки. Нет, тебе туда нельзя. Они сожгли магазин, который прямо через дорогу. Там слишком опасно. Слушай, Фэй сказала, что я должна отмечаться каждый день, а встревоженная Фэй ничем не лучше разъяренной Фэй. Это точно. Ну все, нет? Больше нажать вроде не на кого. Ну вот. Хезер Лау. Текущий статус пропала без вести. Студент. Заявление о пропаже подано Фэй Лау. Ну я бы не сказал, что прям заявление о пропаже подано. Она бы сказала, братан, метнись туда, посмотри, все ли нормально с моей сеструхой. А отвечаешь за нее головой, мудак. Вот такое заявление было. Это свои. Ну, в принципе, мы всех, если... Я так понимаю, если мы выполняем побочные задания в секторе, то... Он зачищается. И как бы уже все. Куда нам хоть бежать-то? Ёб твою мать, это далеко. Нет, давайте сначала сюда свернем. Ох, дорогуша, в городе орудует серийный убийца. Какая-то жуткая дама по имени Мишель Мейсон. Я должна попросить тебя разобраться с ней, но только действуй осторожно. Я загружу тебе ее последние известные координаты. И учти, я тебя предупреждала. Здесь есть что-нибудь полезное? Так, вон гопники. Гопники уже полезны. Ой, я прям, блядь, действую как Рэмбо. Наугад. О, точно, мобильник, я ж сказал. Чего вы этим добиваетесь? Карантин — необходимая мера. Мы должны контролировать ситуацию. У нас и так проблем хватает. Но вы собираетесь пропускать людей или как? Люди хотят уехать из города и вернуться к родным. Рано или поздно план передислокации будет пересмотрен. Но в данный момент действует карантин. Мисс, не мешайте работать. Не нарывайтесь на неприятности. Лучше позаботьтесь о своей семье. Договорились? Да, жестко. Но, в принципе, военные, их тоже понять можно. Если, тем более, глобальный пиздец случается, понятно, они будут действовать жестко. Но не то, что жестко, они будут действовать по уставу, строго. Гражданские должны подчиняться. Тут, в принципе, я понимаю их. Я не говорю, что я поддерживаю их, но я понимаю их логику. Где?
Здание, ты хочешь сказать? Ну ладно, здание так здание. Тогда не надо нам. Здесь, я так понимаю, тоже ведь можно выйти туда, на наше направление, да. Отлично. Отлично. То есть мы срезали, подобрали оперативный материал. И все идет пока нормально. Мы сначала выполним эти две или три побочные миссии, а потом вернемся к тому поиску сестры. Потому что просто... Бля, чуваки, вы бы носили жилеты какого-нибудь другого... Что? Кто такой борзый? Ты, блядь? Это просто нечто. А если, блядь, я так... Хорошо тебе? Стреляет, блядь, он по улице. Это... Ах, не понимаю этих гопников. Вот они, блядь, они же знают, что тут есть армия. И знают, что армия, как армия придет, им получит, им не сладко будет. Они, блядь, все равно стреляют просто так людей. Так. Ну чё, заходим, серийный убийца. Женщина причем. Первого помощника Мишель Мейсон. Первого помощника ее или она первый помощник депутата. Собственно, я не удивлен, если так. Ладно, тихо. Давай. Чуваки. Сколько вас? 4. А если вам вот турельку вот так? Есть. Есть. Где? Еще один. А, ты, блядь, Мейсон. А это второй помощник. Блядь, ну вот. Он из этого камня стреляет точнее, чем я, блядь, просто так стреляю. Так, второй помощник тоже нейтрализован. Армейский... Ну, это пятый уровень, так чисто на запчасти, ладно. Пусть будет. Подарки. Турелька, это я тебе... А, хотел сказать, турелька, тебе оставляю подарок, ты хорошо поработала. О, вот и туса, давай. Зажигаем. Женщина, бегите. Ты чё, мне это сказал, мудила? На, блядь. А кто тормозит? Есть. Всё. Следующий? Или все? Ебать, давайте вот за этот фонтан. Блять, хотел за этот фонтан сесть. Давайте сядем, возьмем СВД и начнем развлекаться. И под развлечением я понимаю. Я имею в виду убивать людей. Кто, блять, такой снайпер? Ты что ли? А, вот и Мишель. Да блять. Мне бы тоже не нравилось. Тебя турелька разберет, а с тобой мы поговорим. И прямо на меня. Блять, ну как вот она. Так, 1200 прилетело. Есть, 2300, нормально. 2300, хорошо. Она стреляет, короче, прямо из дерева. И, в принципе, у нее пролетает тоже, как вы можете заметить. Это, конечно, я рад, когда есть люди с такими умениями. Я так понимаю, это Бекмамбетов про них снимал фильм, он как там особо опасен. Блять, ну... Ох, всё. Нам сказали, что тебе удалось ее найти. Отлично. Да. Надеюсь, тебе не попала кровь на одежду, а то такие пятна потом не отстираешь. А, какая она заботливая, мне так нравится. Телефонная запись. Далеко. Далеко. Давайте посмотрим, что тут. Потом глянем на карту. Ну, блядь, ничего хорошего, честно сказать. Ладно, что нам дали? Нам дали рюкзак какой-то.
Живучесть на 1000 уменьшается, но силу навыка... Не, ну нет, нет, не надо. Живучесть нам не надо так. Нет, спасибо, не надо. Так, где мы? Мы тут, стандартное снаряжение. Вход под землю. А, телефонная запись, походу, под землей, да? Ну, давайте так тогда, пройдем. Боже мой, это ужасно. Нам вчера отправили партию лекарств, но она пропала. Только подумай обо всех тех несчастных, которым они так нужны. Будь лапочкой, найди пропажу, ладно, а? Будь котиком, надо говорить. Детали оружия и ну, хорошие детали будут, ну ладно. Хорошие, в принципе, тоже есть, но нужны-то прям мега. Как ты предлагаешь мне спустя подняться-то туда? Ты показываешь, как мне, блядь, выйти? Я бы с радостью, ну. Или ты хочешь сказать, что там есть проход внизу? Ломай себе ноги. А, да. Да, проход есть. Отлично. Ну, тогда идем дальше. В принципе, пока нормально. Продвигаемся сегодня. Но мы зашли в легкую зону, поэтому... Поэтому мы так всех разносим легко. Здесь нет этих чистильщиков с огнеметами, которые пожестче. Шпана-то это ничего, она так... И даже этот босс местный, она... Ты, блядь, сейчас сам встанешь на... Блять, ну да тихо, тихо, у меня просто руки дрожат. Все. Ткань. Забираем. О, отличная ткань. Хорошо. Давай. Просто район слабый, поэтому, в принципе, мы легко разносим всех. Даже не особо скрываясь. Ну, попадают нас, но они так по мелочи. Здесь есть что-нибудь? Нет. Вот, блядь, от кого вот это вот укрытие? Куда вот мне стрелять? Вот так вот? Давай, блядь, херач. Кто, блядь, стрелял-то? Раз и все. Инструменты. Ну, в что, этом. Сразу могилу копать? Они ждут. Ой. Кто-то бежит. Кто-то бежит к нам. Чуваки. Давайте вот так сделаем. А, они в том здании или за ним, так что хер бы с ними. Как придут, тогда мы их встретим. А так, паниковать что-то это не наш метод. Инструменты? Нет, больше нет инструментов. Тихо, были. Вот они. Качественные, давайте, качественные нужны. Нам нужны хорошие, вот так. Спасибо, женщина. Я тоже надеюсь, что ты в порядке. Ты слышал? Говорят, вечером... Скоро, кстати, у нас будет 11 уровень. Кто говорит? Фрэнк слышал по радио. Вроде как нацгвардия все перекроет. Что за херня? Все и так на взводе из-за этого долбанного гриппа. Да, это жесть. Мне счета нужно оплачивать. А как это сделать, если из города не выехать? Да, это проблематично, я тебя понимаю. Так... Вход под землю, следы агента. Майкл Тюдор. Внезапно. Хорошо. То есть он ушел под землю. Ну, может, мы тоже спустимся. И здесь тоже следы агента, да? А, ну это тоже он. Майкл Трюдо. Чувак.
Держи. Если понадобится помощь, зови. Я приду. С таким говном ты лучше бы сидел дома. Давайте прямо их возьмем вот с снайперкой. Это по нам палят? Нет, нет. Блять. Ой. Если б я не был таким кривым, было бы гораздо лучше. Вы не находите? Возьмем автомат. Посмотрим, что он нам дропнул. Броня с покрытием 5 уровня. Пойдет на ткань и прочую шнягу. Ведь мы вспомним, что из отстойной ткани... Боже мой, это ужасно. Нам вчера отправили партию лекарств. Она пропала. Только подумай обо всех тех несчастных, которым они так нужны. Я Ой, уже лапочка, подумал, мать, и иду. Вот-вот, пожалуйста. Внимание, приближается противник. По одному. Где, блядь? Кто там по одному хочет умереть? Умирайте толпой. Ну, чуваки, где вы? Тревога. По припасам ведется огонь. Блять, сучка. Приходится танковать. Он уже труп, он... Следующий. Внимание, приближается противник. Следующий. Блять, наверх? Не говорите, что мне надо забираться наверх. Ну, хорош, блять. Где грузовик? Быстрее, 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 быстрее. Ой. Блять, ну. Да залезь ты, мудила. Сучка, повезло тебе. Хорош, пернёшь, да. Внимание, приближается противник. Да где, блядь? Да ладно, хорош, вы замочите. Ты, блядь, тот еще мочильщик. Все, отлично. Твоей работой. Как увижусь с Бенни, я обязательно ему про тебя расскажу. Он будет в восторге. Так, и чертеж наколенников. Скоро, кстати, у нас 11 уровень, но нам нужен 12, и нам дали еще какой-то рюкзак. Давайте заценим его. Мобилизационный рюкзак. Ну, так-то он не намного лучше, живучесть уменьшает. Не, пока наш самый хороший, чё бы мне не говорили. Броня. Что по броне у нас есть? Броня с пластинчатым покрытием 9 уровня. Ну вот это вот живучесть у меня, но силу навыка нет. Так тоже не надо, это не наш метод. Из пистолетов. Ну вот этот хорош. Шторм. Он увеличивает, ну понятно. Ну, в принципе, мы пистолетом не пользуемся, но с другой стороны, зачем снимем с него все модификации. Возьмем вот этот. На. Сюда воткнем все, что можно. Только ствол, собственно. Да, вот это тогда. Отлично. И. Блять, заберись. Разберем его. Вот этот, да, детали оружия. Вот здесь надо аккуратно. Тогда я так и проебал наш мега-рюкзак, который мы делали в одной из предыдущих серий. Классический РПК. Дробовик сразу разбираем, потому что не пользуюсь дробовиками. Получаем качественные детали оружия. Вот это вот. До этого мы качаемся. РПК качественный. Дайте мне взять, я просто хочу посмотреть, как он стреляет. Чуваки, хотел по вам пошмалять, нет? Блять, ну не знаю. Но он не намного лучше-то по характеристикам. С
Скорость перезарядки у нее получше. Ладно, если его прокачать. Снимем с этого все. Да. Давайте, я просто не против РПК. А что у нас есть еще помимо РПК? Из отличного. Но только снайперка, ее надо ждать пока. Ну давайте посмотрим все-таки. Так. Оптика. Что можем поставить на оптику? Что прибавляет? Точность, прицел. 15-кратный. На калаш нет. Это слишком уж. Надо ставить голографический, да, прицел. Это с ним удобней. Магазин что? Увеличенный, усиленный шанс, где-то скорострельный. Скорострельность не нужна, емкость нужна, да. А вот это еще емкость магазина еще больше. Давайте вот это поставим. Ствол. Ну, винтовочный у нас стоит. Ну, вот это, давайте побегаем с РПК. Просто он так вроде может тоже одиночными стрелять, по сути. Ну, да. Да, блядь, я убиваю крыс, ты прав. Ты прав. Да, что там зелененькое? Давайте глянем, что там кто дропнул. Здорово, чуваки. Да, это я. Кобура тюремщика. Как там насчет центрального вокзала? У нас, кстати, инвентарь-то забит. А чем забит? А, оружием забит. Я такой, задаю вопрос и сам отвечаю. Давайте разбирать быстренько, пока у нас... Тем более мы набрали хлама, реально хлама. Вот это все разбираем, вот это... Потом сделаем из этих... О, ничего себе. СВД из резерва. Да. Блять. Не надо было так делать, надо было снять все улучшения. Ну ладно. В принципе, похер. Деньги, кстати, у нас... я прошлой серии потратил, по-моему, потому что на улучшалку я какую-то построил у себя на базе улучшалку, которую можно там прокачивать все, но... Она, честно сказать, особо того не стоит. Что тут? Это сразу разбираем. Поддержанное ставьте себе. Ну, эти два тоже разбираем, они бесполезны. А с тем надо пока подумать. Из этой наколенники. Да, это... Блять, кто? Кто шмаляет меня? Как, блядь, я налет на арсенал? Как вовремя я заметил, что по мне кто-то шмаляет. Не, ну это реально. Спасибо, ты вовремя. Фу, вот это повезло. Ладно, не будем отвлекаться. Пропавший агент. А, ну это нам, в принципе, сюда, так что... Пропавший агент. Так мы видели, что нам должны сказать там. Пропавший агент, он и есть пропавший агент. И все же, обнаружил, ну да. Анализ, или мы не закончили анализ данных? Обнаружил следы агента, ну давай. И... А это про... Ну, собственно, ладно. Вот это нам надо сделать. Давайте еще, может, найдем дальше следы агента. Он, собственно, ну, я так понимаю, он пошел под землю. А и нам надо под землю, замечательно. Тогда мы... Чувак, ты, блядь, находишься в Нью-Йорке после глобального пиздеца. На твоем месте я бы уже не сильно напрягался, что если под окном кто-то стоит. РПК, в принципе, нормально стреляет, только... Перехват радиосообщения. Ожидайте. Мужики, надо поднять прибор в городском водопроводе. Они тушат пожары быстрее, чем мы их устраиваем. Вся работа идет на смарку. Давно не было этих мудаков. Так, следы агента. Ну, он, короче, тут. И здесь мы должны найти его трупец. Вон, я уже вижу. Или это... Это что? Майкл Трюдо, да, досье агента. Все. О, скоро нам дадут 11 уровень, мы приближаемся с каждым шагом к нему. Так, ну давайте проверим наш РПК в действии.
Ну, правда, они 5 уровня, поэтому это нихера не проверка, это... Ну так, в принципе, одиночными он стреляет нормально, мне нравится. Давай так, спрыгнем сразу. Мы просто пришли сюда довольно поздно. Надо было сюда прийти, еще, когда у нас 30 уровень был бы. Кто, блядь? Кто посмел? И хорошо, что у него патронов до хера, это все-таки РПК. Внимание, к вам приближается противник. Да попади, блядь. Все, свободен. Где? Где насос, который надо? Наверху, ладно, все понятно. Есть лестница, хорошо. Прыгаем вниз, перезаряжаем, пока есть. Нет возможности, ладно. Внимание, к вам приближается противник. Не, ну 5 уровня, они уже ни о чем, то есть. Да, блядь. Ну давай, напор, восстанавливайся. Кто, блядь, посмел? То есть их можно даже так расстреливать? Соберись, блядь. Даже без укрытия. А вот когда в прошлой, наверное, серии или две серии назад мы защищали, мы зачищали похожую миссию, но там был другой уровень. Давление воды критическое. Ну вот, ну, давай. Все, осталось-то. Последняя волна. Ну, мудаки, где вы? Внимание, к вам приближается противник. Ну сейчас я прям уж слишком начал танковать это. Даже в этой игре на таком уровне так нельзя. Даже на таком уровне так нельзя делать. Включен. Давление воды стабилизировано. Но, в принципе, да, это ни о чем. Это миссия. Набор воды восстановлен. Следов деятельности противника не отмечено. В принципе, мы на халяву получили, считай, 60 баллов этих. Не то чтобы я был не рад этому. Нам нужны. А где там было что-то отмечено полезное на карте? Слезай. Здесь нет. Только что появлялось на мини-карте что-то в уголку прям полезное. Ладно. Идем наверх. И дальше по побочным миссиям. Теперь, наверное, у нас осталось еще сестру найти. Вот это электронные компоненты где? А, это рядом. Давайте туда зайдем. Телефонную запись заберем. И вот сюда туда, Heather Lau. Так и сделаем. Давай электронные компоненты. Сюда. Сюда. РПК нормально. Если не стрелять очередями, то он тоже хорош. Так что можно смело тоже им пользоваться и на более высоких уровнях. Так, давай. Осталось совсем чуть-чуть до 10 уровня. Это ты прав. Ну чё ты, бейсболист, бежишь? Блять, рёв тебе не поможет, чувак. Ты свой, нет? Да ладно, успокойся, чувак. Ты что тут? Что, ночный бег тренируешь? Это полезно, правильно. Правильно. Электроника нам нужна. Хорошо, что можно сделать из отстойных компонентов шикарные компоненты. И вот этим свойством мы будем активно пользоваться. Где еще? Блять, хорош там, а? Че, блядь?
А, это вы меня сыкуете? Да ладно, ну хорош, ладно, я же... Прям... мистер доброта. Давайте заберем вот это, чтобы потом разобрать. И, наверное, можно пройти через стоянку. Только не говорите мне, что... запись где-то... Вот когда они стоят на одной линии огня, это шикарно. Ты прям понимаешь, что жизнь удалась. Наверху, небось, ладно, не полезем. Хотя, почему нет? Раз тут, то давайте уж изучать. Может там как раз тот компонент, которого нам не хватало. Блять, а нас так жестко наебывают. Ну. Ну, то есть она внизу, да, в подвал это. Встали, блядь, ровно. Тогда нет. Ну, туда идти это без... Это не вариант. Это не наш метод, как говорится. Да, это нам вход в землю. Нет, нет, спасибо. Качественное снаряжение. Вот давайте его. Это как раз по пути к этому... к сестре. Не знаю, я, может, как с Бэтменом потом сделаю. Мы проходим дополнительные миссии, а вот это все совсем уж, если нам нужно будет собирать вот эти оперативные данные, то я, наверное, не буду делать это на камеру, если останется. Сейчас просто, что по пути попадается, то, конечно, мы собираем. А что потом надо задротовать, искать, то я буду делать отдельно и потом просто нарезать. Но вырезать не сюжетные миссии тоже не думаю, что имеет смысл, потому что, собственно, как раз открытым миром строится на том, что надо выполнять несюжетные задания. Чуваки, блядь, там у вас гопники ходят, ты в курсе? Даже мой радар показывает, а ты, блядь, мудак. Его не видишь. Где качественное снаряжение? У меня есть фильтр один, чё ты? Так. Здесь мы же видели, нет? Вот! Расходуйте экономно, ладно? Ебать! А, ну это, собственно, нам показывает, почему здесь зона заражения стала. А, ну, по-моему, это... А, все, я понял. Я понял, где мы находимся впервые. Хорошая. Где, блядь? Следующий. Все? Рядом с вами находится эхозапись. Приходи побыстрее. Приходи побыстрее, вообще сюда не шел, не сюда шел. Давайте зайдем в это здание все-таки. Нет, блядь, не пойдем, потому что надо обходить. Давайте пойдем искать сестру. Качественное снаряжение все-таки можем скрафтить. И у нас пока что... То, что у нас есть, вполне хорошо. Для темной зоны это, конечно, детский сад, но... Темная зона это отдельная вещь. Я, наверное, когда на выходных сяду, буду прям, блядь, записывать несколько серий и задрачивать, то, наверное, потом можно зайти в темную зону, когда вот я обыщем сектор, не вопрос. Обнаружен активный эхо-маяк. Давай. Когда поиграешь в эту игру много раз, или много часов подряд, и скилл как повышается, то тогда нормально. Так. Давай, сестра. Ну. Ну, давай. Давай, давай. То есть она заходит в какой-то дом. Ну, то есть в этот дом. И сейчас нам надо туда проникнуть. Не вопрос. Давай. Но я понимаю, Лаут нас потом прибьет. Так что сестра-то вряд ли живая.
Хоть я и был очень оптимистичен в начале, но... Когда мир катится в тартарары, не повод для... Слышь, блядь. Женщина, ну куда ты побежал? Это я же пришел тебе помогать. Давай. Гражданский противогаз. Разберем все. Это вообще не проблема. Давай, показывай нам, что дальше. Че нам торчать на морозе, пока ты все себе загробастаешь? А, блядь. Ну, короче, она скрывалась друга. В этом доме. Заткнитесь и следите за переулком. Гопота ворвалась. И куда нам дальше? Подожди, да мне кажется, нам надо сюда же подняться. Чё показывает-то мне херню? Надо лезть за этим гопником. Гопота ворвалась, и бедной девочке пришел пиздец. Давай. Фэй, это Хезер. Шмотки, конечно. О, богу. Я так за тебя волновалась. Где ты? Ты в порядке? Ну вот тут вот ее дом я был. Я забыла рацию в квартире. Но все нормально. Правда, пришлось разбить гитару о башку одного урода. То есть она могла спастись? Хорошо. Пришлось что? Нет, ладно. Слушай, Хезер. Я вышлю за тобой людей, и они отвезут тебя к нам. Оставайся на месте. Ну вот оно, все. Я, блядь, подумал, это запись, это в реальном мире. Здорово. Работаете. Ну так. Ну что, пойдем отсюда? Мы же оперативники. Скажу честно, агент. Я тебе признательна. А то. Очень признательна. А то. Я вышлю за ней патруль, но... Прямо скажем, я перед шторм, тобой в долгу. Типа в большом долгу. Я не знаю, как тебя поблагодарить. Так, 11 уровень, ладно, отлично. Я буду на связи. Ну чё? У тебя тут ничего, я пошмонаю. Ну как бы пришли её спасать, но и пошмонать никто же не запрещает. Ты пойдешь со мной, нет? За тобой придут, ладно. Так, нам дали рюкзак какой-то. Смотрим сразу, регулируемый. Не, ну я не хочу жертвовать живучестью, честно сказать. У нас живучесть довольно хороша. Здесь нам дали то, что надо сразу разобрать. Да. Двуствольный дробовик 5 уровня, тем более. Сразу разбираем. Не знаю, эту... А, ну это у нас просто с СВД стоит. Давайте... Посмотрим на калаш. Не, ну так-то он, конечно, похуже сейчас. Но давайте его тоже разберем, получим качественные инструменты, да. Детали оружия. Так, что нам еще дали? Гражданский противогаз уходит сразу в небытие. Регулируемый противогаз. Живучесть зато у него насколько больше. Плюс 4 увеличение опыта за убийство. А здесь у нас то же самое. Нет, да. Блин, живучесть гораздо больше. Нет, давайте все-таки разберем. Просто живучесть пока, не знаю, внешний вид. Скажите, блядь, кому можно продать? Комплекты покинули. У вас нет комплектов. Хорошо. Кому можно это продать? Они пишут, там дохера стоит, когда их подбираешь. Кому можно эту херню продать? Мне она нахер не уперлась. Кобура тюремщика. Тюремщикам. Встречу тюремщика отдам, пока нам не нужно. Здесь. Нет, это тоже разбираем. Пистолетная кобура. Туда же. Броня на коленнике. Ну, тут, собственно, без вариантов. Просто не вижу смысла таскать с собой по там 20 одинаковых предметов. Не то, что одинаковых, но просто однотипных. Если я ношу все равно один предмет, не имеет смысла. Лучше крафтить из них что-нибудь полезное, более качественное. Смотрим, что у нас по заданиям.
Побочная операция. Можно быстро переместиться, да? Давайте так. Давайте тогда выполним вот эту побочную операцию, чтобы это не было. Наверное, надо поговорить с Фэй. Потом осмотримся, что у нас на базе. Обновим боекомплект. И тогда на этом закончим. Где побочная операция? Молодчина, агент. Если сумеешь пережить обратный путь, мы порадуем тебя подарком. Только учти, что у меня уже есть другие кандидаты на тот случай, если ты погибнешь. Но это же логично, а? Это моя любимая женщина, которая брутально говорит мне, что таких, как я, много. И если я умру, никто не расстроится. У меня есть вещица, буквально. Ну да, да, это она. Ну давай. Агент, то, что тебе до сих пор удается избегать смертельных ранений и гибели от зубов одичавших собак, говорит о твоей компетентности и, пожалуй, везучести. Так или иначе, ты молодец. Новая побочная операция. На опорный пункт идти. О, и тут качественная ткань появляется. Это не может не радовать. Подожди, какой опорный пункт? Чё? А, тут тоже мы выполнили что-то. Давайте метнемся потом сюда и, в принципе, такие-то задания быстро сделать. Я понимаю, серии выходят чуть дольше, но, в принципе, игра с открытым миром, собственно, чего удивляться. Итак, если смотреть, мы тогда в следующей серии начнем вот в этом районе, выполним здесь все побочные миссии и пойдем дальше. Фу. Здорово, чувак. А где? Кому? Кому? Где побочные? Что происходит? Ну, чувак, ты будешь со мной разговаривать сегодня, нет? Ну, соберись. Блять, ну что это? А с тобой можно поговорить? У нас есть... Он там очень занят просто. Что у тебя можно купить из того, что мне пригодится? Магазин с ускоренной подачей. Шанс критического попадания, ну, 5000 у меня. Коллиматорный, быстросъемный магазин. Ух, ух, ух. Нет. Давай в другой раз. Да, давай в другой раз. Слышь, мудак. Блять, ну я что, не так? Я что-то не так понимаю. Че стоим, кого ждем? Мне побочный оператор, блять. Нереально попасть мышкой туда, куда нельзя попасть мышкой. Вот так, блять, камеру же можно вращать. Ну давай. Идите на опорный пункт Hudson Yard. Давайте из него выйдем. Блин. Агент, нам сбросили ящик припасов. Нужно забрать его срочно. Нам это по силам. А это не тот опорный пункт, ходить сказать. Какого хера тогда, блядь, операции идут отмечены? Вот же... Все, я понял. Я понял, в чем косяк. Это просто было, что на выход, наверное, идите. Ладно, хер с ним. Короче, разберемся в следующей серии. Насрать уже. Давайте я возвращаюсь на базу. Хочется проверить просто чертежи, которые мы получили. Может быть, скрафтить что-нибудь полезное. И на этом тогда заканчиваем. У нас 36% базы, между прочим, уже выполнен. Восстановлено. Конечно, не знаю, имеет ли смысл копить прям ресурсы на крутые вещи. Потому что там по 1000 уже нужно всего. Так, что у нас новых чертежей? Так, это у нас есть такой чертеж Шторм 6 уровень. Спасибо, нет. РПК 6 уровня. Вы что, шутите? Спасибо. Так, наколенники. 5 уровень, блядь. Что происходит, а? Так, чертеж усиленной боевой пружины. Инструменты у нас хватает. Глушителей тиран. Шанс кризис, случайный бонус. Снижение. Чертеж компактного коллиматора. Качественный, но 5 уровня. Это тоже не круто. Ну давай вот это давайте скрафтим.
Скорострельность. Ну, в принципе, пойдет. Вот этот глушак, потому что глушаки всегда нужны. Сниженный уровень. Да, нормально. И что там у нас теперь еще есть? Рюкзак, модификация снаряжения. Снаряжение, эффективность. Ну-ка, давай вот это попробуем. 12 уровень. Плюс 11. Понятно, хорошо. Так, теперь... Делаем качественные детали оружия. Качественные инструменты. А качественные инструменты нам нужны для... А, все понятно, это модификация оружия. Здесь, по идее, да, инструменты нужны? Да, так и есть. Оптимальная дальность. Но это надо тоже делать, потому что в любом случае потом ставить на новое оружие. Оптимальный дальность плюс 1 скорость перезарядки. Хорошо. Так. Что мы можем... Что сделать, чтобы ткань первоклассная? Нихера. Ебать. Ну, давайте делать качественные детали оружия. Инструменты. Два качественных сделаем. Электронику. Тоже. А по максимуму делаю, нафига я ограничиваю себя. В принципе, надо... Обычные детали оружия легко достать. Так же, как и ткань, и электронику. Это все не проблема. Так... Отлично. И забежим. У нас еще должно... Нам должны выдавать вот тут ящик с трофеями. Переделанным модификации эффективности. Хорошо. И это мы можем куда вставить? Это мы можем вставить... Нет. Здесь у нас есть модификации эффективности. Первая помощь. 36. А что у нас... Плюс 2% на длительность импульса и первая помощь, самолечение. Не, самолечение давайте. Так-то всяко лучше. А где-то у нас еще было? Дополнительный модификатор на чем-то стоял, второстепенный. Вот здесь, да? Импульс. Давай сюда. Плюс 14 увеличение опыта за убийство. Нормально. Хорошо. И если уж совсем... Здесь у нас... Здесь у нас ничего нету, да? Я, насколько помню, здесь нам нечего взять. К сожалению, нет. А, тут можно наш перекалибровка, но это стоит денег. И пока нам не до этого. Ладно, ну что ж, на фоне голубого коридора сегодня заканчиваем. С вами был Changer, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся в следующей серии, пока.